Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Уж не знаю, как вы, я подарок не готовил. Но я где-то слышал, что в последнее время очень модно на день всех влюбленных делать не материальный подарок, а дарить просто секс. И поэтому прямо сейчас я бы хотел спросить у казанцев, насколько они раскрепощены, насколько они любвеобильны в 2020 году. Адекватно ли на 14 февраля не готовить никакой подарок, кроме как секс? Конечно, конечно. Самое же главное только это. Нет, не хочу рассуждать. Секс или секс? Чего? Секс или секс? Секс или секс? Секс. Секс или секс? Я даже не знаю, что вы имеете в виду. Я обычно говорю без акцента. Без акцента? Да. Нормальный подарок, секс на 14 февраля? Нет. Чё хочешь? Не знаю. То есть ты, у тебя нет ответа, но от секса ты отказываешься? Типа того. Нет, спасибо, на это отвечать не будем. Все, вы как и остальные россияне. Правильно ли на день всех влюбленных не готовить никакой подарок, кроме как секс? Такую вы низкую ноту взяли. Я считаю, что 15 февраля, Сретение Господне, если вы вместо, как вы сказали вперед этого слова, не хочу повторять, сходите со своими близкими в храм, помолитесь Богу, вы получите много удовольствия. Все актуально 14 февраля. И валентинка вырезанная тоже актуальна из газетки. А что лучше, айфон или секс? Секс, конечно. Зачем этот айфон нужен? Нормальный подарок на 14 февраля – секс. А какой? Секс – это ведь целый мир, ребята. Дорогая, иди сюда. Расскажем о сексе все. Ваш любимый? Оральный мне. Так, а ей? А ей это спросить у нее? Можно у вас это спросить? Так, только это не она, это он. Это... Ну, уважаемые, я на день влюбленных не хочу в начале с 13-14 день вывод с Афганистана, а потом 14 уже день студентов. Сначала помянем, а потом присунем его. Ну, секс кому не нравится, это лицемерие, я считаю, если говорить, что секс не нравится кому-то. Ну, представьте, кто-то ждал, например, айфон от своей второй половинки, а ему всего лишь плотские утехи. Каждый решает для себя сам, как там бывает тоже, вон бабы замуж выходят, но требуют там трехкомнатную квартиру или виллу где-то за границей. Такие случаи тоже бывают. Но это маркетинговый ход, так скажем. Да, если он хороший. Что такое хороший секс? Ну, праздничный. Вложенный с любовью и стараниями. Я считаю неадекватно. А что вы готовите? Ну, это пусть будет секретом. Я ему поверил, что у него есть секрет. Главное, чтобы у него в подвале на стуле девушка прикована цепями не сидела. Скажите мне на ушко честно, сколько с начала года вы занимались сексом? 50. 30. 50-30. Значит, День Святого Валентина, это, в принципе, не наш праздник. Сейчас много толкований, что, дескать, он письма написал, то, другое, третье. Нет, это был мученик. И вот именно Русская Православная Церковь, она, в общем-то, против этого. Но вы не против? В истине, в глубине души я против. Человек говорит, увижу Бога, поверю. Бог в это время говорит, поверишь, увидишь. Вы получите много удовольствия. Вы как обыватель скажете, увижу Бога, поверю. Я скажу, лайкнет, поверю. Если Бог репостнет вас, вот что вы будете делать? Скажите вот прямо сейчас, напишите в комментариях. Нормально на 14 февраля не приготовить никакой подарок, кроме секса? Нет, не очень. Но это зависит от типа отношений, так что... А вы считаете этот вопрос провокационным? И какой вы подарок подготовили? И вот теперь самое главное. Нужно ли День Святого Валентина делать официальным государственным праздником? Специально для Татарстан Ньюс.